Сюрея задумывается о том, доверяет ли она Фаруку. План Фарука прижать Адема в угол заставляет Сюрея пережить глубокое разочарование. Сюрея задумывается о том, насколько она доверяет мужу и в то же время не захочет еще раз подвергать испытанию свою дружбу с Дилярой. Айпек наслаждается картиной, которую она сама и создала. Неожиданное решение Мурата переехать за границу вызывает в особняке эффект взорвавшейся бомбы. Адем начинает делать шаги по разрушению семьи Боран, а Фаруку необходимо принять очень важное решение. А насладиться очередной, а именно 48-й серией турецкого сериала «Стамбульская невеста» на русском языке вы сможете уже 4 мая. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.